Всем привет, ребят! Сегодня будем выращивать горошек. Это остальные семена. Будем пробовать два метода. Человек вот так вот заворачивать. Таким зимок. Или вот так один другой закрывать. Есть водичка у нас. Кушать горошек. Заворачивать. Думаю, пойдем. Кидаем сюда, вот тут у меня будет зона огорода. Это остальные диски, я мамы взял. И как взял? Закрыл? Но это уже не важно. Будем ждать, пока корм стоять, потом будем кидать это на связи. Так. Всем хай! Так, надеюсь, вы смотрели первую серию. Мы сажаем горох. Давайте посмотрим. Мне мама сказала. Мама их немножко отвела, мне, конечно, не показывала. Мама сказала, что так вообще! Чуть-чуть его, ребят. Вот так. О, приятно кишка. Сейчас они открываются. Вот. Мы сажаем горох. Давайте посмотрим, что там. Опять Влад до сих пор мокрый. Нормально распустился. Нифига не растет. И открываем, на котором Мишу сходит. Но она считает, не сможет вырастить. Она выращивает мед. И всем привет, ребят! Сегодня мы будем продолжать наши горохные приключения. Вот. Ребята, вот смотрите, у нас уже вырос. Надо сажать. Вот здесь вот даже уже начинает гниять. Тяжелое. Ох ты ж. Что нам выбирать? Ладно.
два пакета. А, точно, нужно еще вот эти вот размять камни. Сегодня будем продолжать выращивать горох. Сейчас я его даже достану. Я его посадил 2 недели назад с последнего видеоролика. Вот он вот такой большой. Скоро у нас будут стоять палочки, чтобы для него жизни стоять. Мы будем делать следующее видео. Вот. Сейчас нам надо взять водички и полить наш горошек. Вот он за ними, конечно, воспитается. О, а тут помню.